последних 5 минут надо было до верного сыграть. Где-то, я не знаю, с чем это связано. Я не скажу, что психологически где-то старались до верного доиграть. Некоторые моменты не хочется комментировать. Там хочу посмотреть момент, когда судьями, когда там убегал переход. Как по мне кажется, там было 2 минуты удаления, а не на игрока. Ну, это, как говорится, надо посмотреть. Могу сказать всей команде спасибо, потому что от первой до последней минуты сражались, делали все, что могли. В таких играх растет команда, попытались выиграть, ну, где-то чуть-чуть не хватило, сделали максимум, что могли. Ну, на этом не останавливаемся, есть еще одна игра, как говорится, все в наших руках, будем бороться до последнего, играть только на победу. Не уступали, могли даже где-то переломить хоть игру, ну, в конце пару моментов там потеряли мяч, там не забили, ну, так складывается гандбол. Кто меньше ошибается, тот выигрывает, а мы в конце допустили несколько обидных ошибок.